Еще раз доброе утро. Я приветствую вас, дорогие друзья, у экрана ваших мониторов. Сегодня 6 февраля. Знаете, мы говорили о том, что этот месяц мы хотим посвятить изучению Слова Божьего, Его Торы. И интересно, что в прошлый раз, 3 февраля, мы начали с очень интересной темы ⁇ хлеб насущный на каждый день. Я хочу почитать Матфея 4.4 как начало не только этой программы, но также хочу, чтобы вы почитали его для себя. Матфея, Матфея 4, 4 говорит, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Как интересно, что именно в Евангелии, в Благой Вести от Матфея, здесь идет очень интересная тема о том, что Иешуа, будучи испытан в молитве и посту после Тфилы, он был искушаем врагом. Сатан, враг душ человеческих, испытывает его очень интересным словом. Он говорит ему, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами. Знаете, когда ты голоден, когда ты, был, будучи испытан в постах, и во время поста самое, что интересное, можно услышать такие слова, как «три корочки хлеба», ой, какие они душистые, какие они мягкие, какие вкусные, и как, как вот хрустящие корочка, это искушение. Ишуа, не подаваясь искушению, отвечает сатане, сатане врагу, эм, словами из Священного Писания, из Старозакония. И вы знаете, это, это очень удивительно. Удивительно, потому что он не изобретает что-то нового, он использует то, что Отец уже дал народу Своему Слово, которое стало твердым, твердым словом, которое основание для Израиля. Второзаконие, там говорится о том, что эм, 8 глава, 3 стих, этот это раздел называется Ахев, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя маною, которая не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек. Не просто будет жить, а живет, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Хлеб наш насущный. Тема сегодняшняя не, не только ежедневные давание хлеба для нас, но также и он, этот хлеб насущный, дающий жизнь. Ишуа получает слово от Всевышнего не только для себя, но я думаю, что Он цитирует Его в ответ на запрос врага. Это слово Он получает для врага, чтобы тот в искушении отступил. Это слово, чаще всего, которое мы получаем насущное, то, что нас делает нас сильными, слово оно дается не только для нас. Он дается и врагу, который противостоит нам сегодня. Они победили его, врага, кровью агонца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение Иоанна. Они возлюбили. Они возлюбили. Это слово от Бога, которое и дает свидетельство. Мы свидетельствуем тем, что мы получили от Бога. И а это победа, она в Иешуа. Когда мы знаем Слово Божье, когда это Слово впитывается в нас, Слово, которое остается в виде Торы, оно дается нам, писан, писанная Тора, оно делает нас сильными. Мы можем тогда сказать в наших искушениях, написано, если мы знаем. Но чаще всего я встречаю людей, которые слабы. Верующие люди, которые устали, которые устали жить, молиться, и чаще всего они не питаются ежедневным словом, не питаются Торой, не питаются тем словом, которое приходит свыше, ежедневным. И по этой причине у них слабость. У них не то, что деньги не читают. Я встречаю людей, которые неделями, месяцами не читают Слово Божьего. Может быть, вы встречали таких, которые вообще годами не читают ее, потому что считают, что это привилегия священников. Но на самом деле, Писание говорит нам о силе Слова Божьего. Иов говорит в 22 главе 12 стихе, говорит так, «От заповеди его не отступлю, правило мое – хранить слова уст его». Сможем ли мы сделать правилом для себя изучение Слова Божьего? Сможем ли мы сделать правилом для себя, чтобы Слово Его, Его Тора стало основанием для нас каждый день получать не только Его как Слово, но и питанием, то есть то, что дает нам силы? И я хотел бы помолиться за вас сегодня, чтобы Слово Его стало сильным ободрением, питаемым для, питанием для вашего тела и также для вашего духа. Отец Небесный, во имя Ишуа Мессии, мы, как верующие люди, мы нуждаемся в Тебе, в Твоем Слове, каждый день. Но это Слово, оно имеет силу, победу, как Ишуа, который исцитировал из Танаха Слово, и это Слово противостояло дьяволу. Дьявол ушел, он отступил, Сатан отступил во время искушения. Так и нам дай нам слово, то, которое будет давать нам победу. И враг будет отступать, потому что цитируя твое слово, ибо твое слово дает нам силу и победу. И пускай Господь благословит вас в этом дне. Пускай Господь даст вам победу в этом дне, и вы будете благословенны во имя Ишуа Мессии. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили бремена друг друга, молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.